С 1 января 2024 года вступил в силу закон об изменении призывного возраста. Согласно новым правилам, призыву на срочную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Таким образом, верхняя планка призывного возраста сдвигается на 3 года – с 27 до 30 лет, а нижняя граница остается неизменной – 18 лет. На учете у нас состояло до 31 декабря 2023 года граждане до 27 лет. То есть гражданам, которым исполнилось 27 лет, мы всех сняли с учета призывников и зачислили в запас. То есть с этого года вот граждане, которые по старым нормам, нормативным документам могли зачислены быть в запас в этом году, в 2024 году, они не будут зачислены в запас. Они будут также состоять на воинском учете призывников и будут с ними проводиться мероприятия призыва.